Обмен опытом между представителями образования разных стран – хорошая традиция, которая уже несколько лет существует в нашей стране. И педагоги Польши на Брещине уже не первый раз, впрочем, как и белорусские. Они посещают местные школы, лицеи и гимназии. Визит в один из первых лицеев Беларуси, лицей имени Пушкина, помог им ознакомиться с особенностями преподавания в нашей стране. Это одно из мероприятий трех дней, в течение которых наши коллеги из Польши, это из Люблинского воеводства, точнее из Белоподляски, это Бельский повет. Значит, к нам приехали директора школ, учреждений профтехобразования, вот, которые хотели бы посмотреть, как мы обучаем, как мы воспитываем детей, вообще как мы живем. Позавчера мы были в деревне Томашовка. Вчера были в областном лицее в городе Бресте, который потом в течение всего дня в городе Кобрине. Цель посещения какая? Обмен опытом, познакомиться, рассказать, как живем мы, как учим, воспитываем детей. По отзывам они подчеркивали, что очень многое у нас изменилось. Вот город Брест такой красивый, необыкновенный стал, чистые наши города. Им очень понравился Кобрин. Педагогический коллектив лицея показал гостям Польши свои экологические уголки, а также открыл перед ними двери уникальных музеев. Пушкинский зал, стилизованный по подобию кабинетов императорского царскосельского лицея, в котором учился Александр Пушкин, поразил публику большим количеством экспонатов. В историческом зале польская делегация ознакомилась с историей становления и развития современного Брестского лицея. В первую очередь хотели показать наш комплекс музейно-педагогический лицей, город моего будущего, город будущего наших детей. Мы говорим, что это не просто музейно-педагогический комплекс, это музей мечты, музей грандиозных планов, планов развития нашего города, где смогут себя реализовать наши выпускники. Подобные встречи помогают педагогам двух стран объединить опыт для организации эффективного образовательного процесса, а также позволяют расширять возможности для повышения профессионализма учителей и руководителей учебных заведений. Побывав в Брестском лицее, польские гости отметили высокий уровень обучения и хорошие условия, созданные для учеников, а также признались, что с удовольствием позаимствуют опыт белорусских коллег. Много чего понравилось. Я имею в виду то, что ваше образование развивается в правильном направлении. Заметен прогресс и развитие. Удивило внимание и серьезное отношение учителей к своим ученикам. У вас есть хорошая база, а это очень ценно. Мы успели побывать в средних школах, гимназиях, подгимназиях, техникумах и лицеях. Хорошо познакомились с ними, остались очень довольны. Благодарим директоров школ, учителей и учеников. Желаем им больших успехов. Софья Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.